Говорит и показывает Гиннесса, и Орешкова представляет. Стадион «Локомотив» мистера Гиннесса вот в таком состоянии в данный момент. Конечно, печальненько. Вот тут был вход в манеж, легкоатлетический, да. Сейчас, возможно, он там есть, но я сомневаюсь, что он выполняет свои основные функции. А 100-метровка, чуть меньше даже, и песочная яма для прыжков в длину была. Стадион «Локомотив». Бетонные плиты. Конечно, подуставшие уже. 25 апреля 2021. А вот справа от меня на этом месте был туалет. Да, да, не смейтесь. Действительно, здесь был туалет. Потом кафе пониже, а теперь повыше. А что? Отель, здание, дом, дача, пока непонятно. Здесь девочки играли в волейбол, кто-то в футбол. И так площадка, заборчик этот все так же есть, кирпичный. Волейбольная площадка так обновилась трохи, да? Видим, сидушки есть, еще какое-то там здание, так более-менее. Ну, а так все, конечно, в состоянии таком. Ну и чем я удивлен, так приятно, интересно, что много детишек, много родителей с детьми. И здесь занимаются, играются. Вот так. Эти лавочки, конечно. Так все. Футбол, я так понимаю, что здесь не играют. По крайней мере, часто не играют или сегодня не играют. А много детворы. И такой спортивный городок появился с грибочками, зонтиками. Где-то мне немного тоскливо, потому что, ну, я помню, как это все было раньше и как это сейчас. Так, ну и важно показать еще вот эти вот световые мачты футбольных матчей, легкоатлетических пробегов. Что-то Щерса сразу его вспомнил, пробег легкоатлетический, который здесь проходили традиционные. И наши тренировки здесь. Да, стадион «Локомотив». В данный момент он называется Центральный Мийский стадион городской. Ну и так, вот именно Олимпиада 1980 года, открытие, факельное шествие проходило через место Винницу. И именно здесь факел олимпийского огня был на нашем стадионе, здесь, в Виннице. Мне также хочется об этом сказать. Попробую заглянуть, вот сейчас пройду вот в это место, проход, так, здесь по трибунам. Я покажу, что там творится дальше. С этой стороны так чуть-чуть, все-таки это здание интересное, такое современное, новое, ну и так, оно все-таки в таком состоянии. После матча я еду, победного матча Винницкой Нивы, над Чайкой Борщагивка 3-1. Я поздравляю всех винничан в болевальниках Винницкой Нивы. 3-1. Сложная игра, тяжелая. Соперник был мощный, крепкий. И Винницкая Нива 3-1. В концовке, да, матча. По ходу игры так 0-0, 1-1 долго. Ну и в конце 2 мяча и 3-1. Ну, туалет и там потом уже появился. Кто-то сейчас скажет, да нет, ты перепутал, Орешек. Да нет, не перепутал. Я помню, я знаю, что именно здесь, вот справа, был туалет на месте этого здания. Такие круглые были отверстия. И, ну, душок был, конечно. Что ж, коль было, так было. Что ж, будем реально оценивать, давайте. Ну и вот тут проходили тысячи, миллионы, я не ошибусь, да, в болевальниках Винницкой Нивы, винницкого футбола. Ну и гостей также, и болельщики, и концерты здесь проходили, и любители музыки, и танцев также. Так что здесь не только болельщики. Я вспоминаю концерт Киркорова здесь, который также «Улетает туча» спел, хотя были тучи, и Бонни М здесь выступали, я так навскидку. Ну и фестивали проходили, «Зори над Бугом», мы вспоминаем. Давайте заглянем на травку Винницкого стадиона. Блин,
так где-то тоскливо чуть-чуть, ребята. Ну, как это классно. Центральную трибуну мы видим, да? Вот, может, отсюда еще так заглянем. И факел олимпийский здесь. Это также знаковое событие для Винницы. 80-й год, Московская олимпиада. Олимпийский мишка. И плакала вся страна. Тогда мы вспоминаем, да? Эх, ребята, где-то так чуть-чуть мне грустновастенько становится. Да, не пропускали с напитками, с бутылочками. Одно время. Потом пропускали, проверяли, не проверяли. Ну и, конечно, этот бетон, да, эти бетонные плиты. Сколько всего видели, сколько они всего перетерпели. Вот смотрите, состояние на сегодняшний день. Центральный мисский стадион в Виннице. Локомотив. Такой репортаж спонтанно. Я ехал с спортивного комплекса «Нива», стадион «Химик». И думаю, так дело чести. Орешка, конечно, такое видео и сделать. Был прямой репортаж. Я так, ну, конечно, подустал. Взял с собой бутерброды, сальцо, колбаску. И не было даже времени. Ну, там харьковские ребята в перерыве, и наши ребята в болевальнике. Так с ними приятно пообщались. Такое приятное впечатление, вы знаете, вот все-таки жизнь, она есть, она идет, у нас тут Винница, но единственное, что вот хочется, вот именно здесь стояли буфеты, шашлык, машлык, сюда дым шел, дым было видно там сверху, да, и болельщики этот дым видели, ну, там, в чаше стадиона, да, а здесь очередь стояла за пирожками, потом здесь продавали шарфики одно время, кстати, здесь одно время был рынок, базар. Кто вспоминает, здесь, когда торговля шла активно кругом и везде, на улицах города, именно здесь вот, да, стояли торговые лотки. Ну, мы, ну, кто мы, и я в том числе, тоже было дело, разок приходил, торговали, все были в торговле, все были бизнесменами. Ну, и сейчас, я думаю, это так же все и есть. Иванов Димка, я так хочу вспомнить, конечно, папу. Ребята, царство небесное, пусть земля будет, так хочется это все приятно вспомнить. Ну, сейчас, вы знаете, я так скажу, что действительно здесь такое место для Варшавы, так называется это место Винница. Отдых для детворы здесь, так, ни машин, ни шума, ни гамма. Ну, появляются такие дома рядом с той общагой, откуда и смотрели футбол, вы помните, да? Потому что вход на стадион был платный. И не только студенты, я так думаю, что и жители, и болевальники в Виннице приходили, заходили и залазили на эту общагу, да, и смотрели футбол оттуда. Но этот вот участок здесь, да, так чуть-чуть вот шлифовали. Ну, а весь стадион, конечно, пока в таком состояние. Ну что, мне приятно здесь быть, вспомнить. Здесь, кстати, стояли афиши, где показывали счет после матчей Нивы. Особенно выездных игр. Многие сюда приезжали, прибегали, в том числе и я, посмотреть, как сыграла Нива на выезде. Потому что интернета не было, узнать сложно было. И мы где-то узнавали счет через 2-3 дня. И «Винницкая правда» писала счет в газете через 3 дня после игры. «Винницкая правда». Стоила газета 3 копейки или 5 копеек, где-то так. Я рядом с домом уже на Вишенке. Хотя мы жили одно время здесь, на Красноармейской улице. Покупал газету и узнавал от корреспондентов Янкивера, Гальперина счет «Винницкой Нивы». Как сыграли на выезде. Вот такая была обстановка. Ну, и все же мне бы хотелось, конечно, пройти посмотреть, как же, что здесь в манеже у нас творится. Ну, то, что красивые девушки, вот, не сомневаюсь, как бы сюда вот пройти. Блин, объект под охраной. Я думаю, что везде камеры, да, здесь. В общем, тут манеж легкоатлетический. И Орешка с вами, вот. Я прям с футбола здесь, дорогие. Зеркальное отражение. Ну вот, здесь закрыто. Ну, возможно, выходной день, возможно, здесь какой-то бизнес.
ланч-центр есть. Не знаю, что здесь. Поэтому так вот получается. Ничего, встает, не плачет. Молодец, боец настоящий. Футболист Нивы. Так. Или легкоатлет. Молодцы. Ну и еще вот, да, там, тогда уже, коли мы про заведение говорим, то там было такое потом уже длительное время. И такие появляются высокоэтажки. Ну и так они здесь уже поддальгивают стадион. Такие идут ограды. Прямо вот уже вплотную к стадиону. Ну тут, конечно, и вокзал рядом, и автовокзал, и железнодорожный вокзал. И стадион «Локомотив». Вот главная тема репортажа «Решка». Ну, так. Такие воспоминания приятные от этого места. Это просто супер. Девчонки все в телефонах. Просматривают, наверное, YouTube страницу Андрея Орешко. Видео. Хоккей и футбол. 3-1. Радостные вести. Пожалуйста, сегодня с футбольных полей Винницы. Тут удобная лавочка отдельно. Да, и вот манеж, да, вот именно здесь он. Там мы брали старт, я так покажу даже отсюда. И здесь финиш, мы работали над спринтом. Александр Семенович Гуревич. Хочу вам лично также передать привет. Да, Канада сейчас так. Вы там, ну и, конечно, Аркадий Скляр. Елена Владимировна здесь видится с нами. Ну и посмотрим. Все спортсмены. Этот репортаж, я уверен. Здесь было очень много всего интересного и хорошего. Есть ключики, видите, там уже проходят. Ну, вот той общаги уже много-много-много лет. А и там и на углу смотрели футбол многие. Ну что, дорогие, если понравился вам такой репортаж от Орешка, не скупитесь на лайки, комментарии ваши. Прямой репортаж без обработки, я даже вот не интересно, не хочется. Это запись идет, но я сделаю все так, как оно все есть. Ничего не буду. Тут флаги вот стояли, флажки вот в этих флагштоках. Ну туда я уже, честно, давайте посмотрим. Я не один, видите, здесь также есть такая рекламка. Шиновальником центральная. Хочется посмотреть на трибуны, что там творится сейчас, да? Вы тоже смотрите? Ну вы тут помните все, что было? Матчи, концерты, да? Да, да. Вы много лет здесь уже? 92. А, то вы недолго еще, да? Вы молодые. Мы вспоминаем еще 80-е годы здесь. Ай, хочется, конечно, прогуляться, заглянуть. Беговые дорожки все те же, ну, травка вот. Почему матчи не проходят здесь? Пусть травка неровная, пусть бугры, но она есть. И трибунки вот эти поставили центральные, а уже боковых, так, эти лавочки все и остались. Да, жаль. Жаль, что так. Такое стадионище. 25 тысяч официально он вмещает, но на матче СКА Ростов, Нива-Винница, там зашкаливало за 30 тысяч, так по неофициальным данным. А в газетах, конечно, писали, что 25 тысяч. Центральная трибуна, вот где и Дворкис, и мэры города иногда любили здесь бы. Что вот вам такое помнится, такое на этом стадионе, что вам запомнилось на всю жизнь? Есть такое? Нет, такого нет? Концерт, может, какой-то или какое-то мероприятие спортивное?
Вспомнили мы, да, концерт Винника. Благодарю вас, да. Вспомнили концерт Винника, тоже здесь проходил. Но я вот что-то БМ, мне так запомнилось тоже. Так что, ну что, хорошо, на этом давайте. Там я велосипед сюда оставил, так мне по настроению очень хорошо. Прекрасный, хороший день сегодня, 25 апреля. 2021 год. Всем своим зрителям, друзьям, хорошим, пожалуйста, занимайтесь, тренируйтесь. И не забывайте, конечно, историю. Пусть она у нас разная, да. Вот, кому-то нравится, кому-то история одна. Кому-то она нравится, кому-то нет. Но давайте не забывать. Вот даже тут такое, что я заметил, прям отверстие в этом. Это наша жизнь, правда? Ну хорошо, давайте. С душой из Винницы. Орешка с вами. Счастливо. Чао, као. Ау, фидрузейн. Ай, красота какая. Пока.